В разгар рабочего дня в Молоковской амбулатории число пенсионеров несколько превышает число молодежи и людей средних лет. Многие из них пришли в медучреждение, чтобы сделать прививку от коронавирусной инфекции. Пункт вакцинации здесь функционирует с 21 января. На сегодняшний день мы привили первым компонентом, то есть первый этап вакцинации 1150 человек, второй этап вакцинации 650 человек. В среднем в день у нас проходит около от 50 до 100 человек. 71-летняя Хатира Шабалина хотела вакцинироваться вместе со своим мужем, но у него обнаружили антитела. В амбулатории женщине сделали прививку первым компонентом. Очень много имеет заболеваний, сахарный диабет, давление. Очень много таких болезней, поэтому решилась обязательно сделать прививку и как бы предохранить себя и своих окружающих. Перед прививкой Хатиру Ахмедовну осмотрел врач-терапевт. Эти заболевания, если они в стадии компенсации, не являются противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Много пациентов вакцинируются, обычно никаких побочных реакций не возникает. Состояние удовлетворительное. В период вакцинации женщина будет находиться под наблюдением специалистов амбулатории. Все эти дни, если какие-то жалобы, то обращаются к врачу-терапевту. Если возникают местные реакции, то это все мы обговариваем, чем лечить. Как отмечают врачи Молоковской амбулатории, прививку от COVID-19 их пациенты в основном переносят хорошо. Побочных эффектов совсем мало. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ.